Всю свою жизнь я занимаюсь иллюзией. Мой пройденный путь от уличного хулигана до одного из лучших иллюзионистов в мире вызывает у людей разные эмоции. Кто-то называет меня гением, а кто-то считает, что мне просто повезло. Я не верю в везение. Я знаю, что каждый человек, у которого есть мечта, упорным трудом и старанием может добиться огромного.